Руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что по итогам 2016 года ведомстве выявило нарушение при исполнении федерального бюджета на сумму 870 миллиардов рублей. Это не значит, что эти деньги украдены или каким-то иным плохим образом использованы. Речь идет о любых нарушениях, включая неэффективное использование средств. При этом я хочу сказать, что, к сожалению, эта сумма возросла по сравнению с 2015 годом, возросла существенно, но по одной единственной позиции, по-крупному, на 270 миллиардов рублей, это нарушение в сфере бюджетного, бухгалтерского учета, финансовой отчетности. Речь идет о недостоверном отражении фактов хозяйственной жизни, которые впоследствии приводят к ненадлежащей уплате налогов. Также Татьяна Голикова отметила, что по материалам Счетной палаты в правоохранительные органы было отправлено 104 письма, по 15 возбуждены уголовные дела. К дисциплинарной ответственности привлечены 88 должностных лиц.